Привет-привет, друзья! Вы на канале Китай Сити, с вами я, его ведущий Владимир. И сегодня на обзоре у нас будет с вами вот такая вот маленькая посылочка, которую я уже распечатал. И в ней находится жесткий диск для ноутбука. Жесткий диск на 1 терабайт, на 1000 гигабайт. Посылка открытая уже потому, что я открыл ее сразу же на почте, чтобы при почтальоне там проверить, все ли целое, все ли в сохранности, в целом виде пришло. Так как посылка пришла, на удивление, вот не сильно хорошо так умотана. Нет, тут есть, конечно, слой пупырки, но мне кажется, этого недостаточно для того, чтобы перевозить жесткие диски, тем более такие дорогие. И что еще подозрительно, что тут посылка оценена в $1. И мне это тоже показалось очень нехорошим, так как продавец отправил посылку самой-самой дешевой почтой, которая только есть. Сэкономил на этом кучу бабок, кучу денег. Но я не буду его обвинять в этом, так как каждый хоть пытается как-то там обмануть, чтобы заработать как можно больше денег. Мне главное, чтобы посылка, та, что тут внутри находится груз, тот груз, что находится тут внутри, работал исправно. Неважно, что он там на мне сколько нагрел денег. Вот, хотя я заплатил нормально за доставку, но все равно, видите, вот там было написано, что доставка там будет $5. Это я просто захотел побыстрее. Ну и в принципе, да, посылка пришла не сильно долго. Вот пришла на новую почту. Но новая почта, насколько я знаю, там смотрел, доставку оплачивает продавец, типа, и стоимость доставки $1. Хотя я за доставку заплатил там около $6. Так, ладно, не будем придираться к доставке, но если вы покупаете, то обязательно обращайте на это внимание, так как продавцы очень сильно экономят. Ну а сама посылка, сам груз, который лежит в посылке, выглядит так вот, вот в таком вот пакете. Давайте его раскроем. Да, тоже тоненький. Современный тонкий жесткий диск для ноутбука, 7 мм толщина. Давайте-ка я, наверное, сейчас возьму старый жесткий диск для компьютера, и мы просто сравним вот габариты современного жесткого диска и того, как был раньше на ПК. Вот, смотрите, какая разница. Вот этот жесткий диск, я даже не знаю, насколько он, на 164 гигабайта, да? Но это крутой, он 7200 оборотов в минуту, но у него посыпали сектора, и он, к сожалению, не пригоден для использования. Он работает, но не пригоден. И вот, смотрите, вот по габаритам, насколько он меньше. Этот жесткий диск, он примерно в 6,5 раз больше по емкости, ну а этот раз в 30 больше, наверное, чем по габаритам, чем современный жесткий диск. Да, вот насколько технологии. И весит он килограмм, да, около килограмма. Вот, а этот жесткий диск, он весит, ну, максимум 50 грамм, наверное. 50-70 грамм. Прикольный такой стильный, солидный жесткий диск. Кстати, что у него тут написано? Производитель. Вот. Сиагате. Mobile HDD 1 терабайт. Made in China, сделано в Китае. Еще различные обозначения, но не написано, сколько оборотов в минуту у него. Но я сразу скажу, что тут должно быть 5400 оборотов в минуту. Вот это стандартная величина обычных дешевых жестких дисков. Вот я купил этот жесткий диск для того, чтобы использовать его как хранилище файлов для ноутбука. Кстати, я буду на ноутбуке вытаскивать отсюда вам DVD-привод. DVD-привод я уберу и поставлю на его место жесткий диск. Но для этого надо OptiBay, а OptiBay придет через несколько дней. И тогда мы с вами вставим его в компьютер вместе с SSD-диском. Ну а так как OptiBay еще нет, то мы проведем тесты на ноутбуке этого жесткого диска. Так, ну что, давайте поставим его в компьютер, в ноутбук. Кстати, у нас был в ноутбуке точно такой же жесткий диск. На нем посыпались сектора. И мы сейчас проверим этот жесткий диск на наличие ошибок. Я установлю сюда этот жесткий диск на ноутбук. Установлю на него операционную систему Windows 10 и закачаю программу Victoria. И мы проведем тесты. Если битые сектора на этом жестком диске, беды, так сказать. Вот. И будет ясно, стоит ли покупать у этого продавца у него товар. Так, вот наш жесткий диск, чей этот SSD. Выдвигаем его в сторону. И вот так вот поднимаем. Все, вытащили.
Так, теперь нам нужно снять с него вот эту обмотку. Снять с него вот это вот защитное покрытие, которое защищает, распирает жесткий диск там в разные стороны, чтобы он не шевелился, не шатался и не происходило сбоев. Потому что сбои и вот эти битые сектора зачастую бывают из-за того, что плохо закреплено. И вот у нас SSD-диск на 256 гигабайт. Если кому интересно, я могу оставить на него ссылочку в описании на AliExpress, где я его купил. Можете перейти и посмотреть этот товар. Так, ну а теперь мы поставим сюда жесткий диск. Сейчас обратно все 4 болта закрутим. Вот так. Так, ну что, все готово к установке. Берем наш ноутбук, заныриваем туда жесткий диск, вдавливаем его и задвигаем. Оп, все, все готово. Берем крышку, закрываем. Крышка закрыта, можно закручивать болты. Так, ну что, теперь я на компьютер установлю сюда операционную систему Windows 10, закачаю программу Victoria, и мы уже с вами продолжим тестировать этот жесткий диск после того, как все это будет готово. Итак, на ноутбуке установлен Windows 10 и скачана программа Victoria. Вот я ее уже запустил, и как вы видите, Victoria определила этот жесткий диск, вот его модель, да, и емкость 931 гигабайт. Все его характеристики. Ну а мы переходим во вкладку «Тест» и нажимаем кнопку «Старт». Все, пошло сканирование жесткого диска. Программа полностью его просканирует и будет видно, есть ли в нем битые сектора или нет. Самое главное, чтобы не было вот этих красных блоков и синих блоков. Это синие вообще, это очень плохо. Так как этот жесткий диск на 1 терабайт, то весь процесс сканирования займет довольно-таки долгое время, возможно даже 2 часа. Так что мы продолжим запись уже после того, как программа Victoria просканирует этот жесткий диск. Итак, друзья, прошло примерно 3 часа. Виктория протестировала наш терабайтный 1000-гиговый жесткий диск. Как вы видите, вот шкала. Вот было сначала хорошо-хорошо, потом на спуск пошло. Наверное, там перегревалось что-то. Я в этом плохо разбираюсь. Но в итоге, как мы видим, вот тут результат сканирования. Опасность 36. Ну, 36, я так понимаю, это вот эти вот красные полоски. Вот тут опасность блок. Миллисекунды, отклики миллисекунд, наверное, это вот блоки, которые слабо отзываются на тестирование. Но ошибок 0. Нету никаких битых секторов. Вот два блока, красный и синий. Синий особенно очень плохо. Нету бедов, нету ошибок. И наш жесткий диск полностью готов к работе, так сказать. Можно смело им пользоваться, не бояться, что что-то с ним случится. Ну что, друзья, вот такое вот видео у нас сегодня было с тестированием жесткого диска. Ссылки на магазин продавца, где я купил этот жесткий диск, я оставлю в описании под видео. Так что можете смело переходить, смотреть и изучать этот товар. Ну а на этом наше видео подошло к концу, ребята. Всем, кому оно было интересным, понравилось или было чем-то полезным, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. С вами был ведущий Владимир. До новых встреч. Пока-пока.